Вот так. Ну вот, друзья. Скорее всего, эта концовка начинает происходить. Горы, кстати, хорошо видны. Ты заметил? Знаешь как? Угу. Понял, да? А что было здесь, лиман? Хер знает. Кстати, охуительно снимай-то. Сколько тяжело так, да? Всем привет, друзья и подписчики. Вы на канале Тайное НЛО. Ну что, готовы узнать много чего интересного? Я знаю, что да. За последнее время множество наших зрителей начали замечать очень интересное и необычное явление. Многие даже начали присылать видео и рассказывать о том, что нечто нападает на города. Как это все происходит, я вам сейчас скажу. Почему вы говорите нападение именно на город? А потому что то, что на самом деле происходит, вы еще не знаете. Все составляется именно в реальном времени. Да, это мое субъективное мнение, но давайте вам расскажу. Природа. Вы замечали, что природа нападает на город и может разрушить. Посмотрите то, что случилось в США. Посмотрите, что случилось в Турции в этом году, да и в следующем. Я уверен, что множество из вас не поверят, но когда происходят катаклизмы, за ними кто-то стоит. И поверьте, это что-то очень опасно. Лично мое мнение заключается в том, что мы видим, и в том, что мы слышим. Цунами на Японию, ведь за несколько дней до цунами были замечены необычные объекты. Это предупреждение. Но давайте все-таки разберемся, почему они нападают. Есть очень интересная дилемма, что объекты НЛО нападают неспроста. Есть необычные моменты именно от ученых. Спутниковые снимки, которые не могут пробить. Даже говорят о том, что НЛО маскируются под невидимку. И это реально странно. Но я не хочу вас пугать, друзья, потому что множество из вас, людей, которые смотрят наш контент, считают, что это фейк. Нет, друзья, это не фейк, это реально. Во имя тех событий, которые я хочу вам показать, мы замечали, как лес резко летом желтел. Когда нечто похожее на НЛО, как будто что-то посыпало. Мы видели, как в Черном море происходили страшные и необычные моменты. Мы видели, как куча торнад, и эти торнады как будто управляли НЛО. Ну вот, хочу до вас донести очень интересную дилемму. Ведь множество из этих моментов, которые происходят, странно даже предоставить ту информацию, которая сейчас есть. Летающие объекты или космические корабли, как угодно их называют, никто не может дать пояснения. И я хочу донести до вас. Нас просто пытаются обмануть, скрыть правду, не рассказывать те же ситуации, которые на самом деле происходят. Я много раз, друзья, рассказывал про объекты НЛО, которые маскируются везде. В горах, в Черном море, в морях, океанах и так далее. Но это, друзья, не объяснить. Не объяснить много чего странного может произойти, а не объяснить их цели. Я помню еще в 2018 году мы с группой въехали в Краснодарский край. Недалеко от Сочи нам пришлось идти пешком. Мы зашли в необычном формате в гору, которая просто нас заинтересовала. Мы начали выставлять палатки и так далее. И случилось так, что один наш зритель, подписчик, находился в Адлере и прогуливался просто по берегу и увидел, как летающий объект вылетает именно с Черного моря и полетела в сторону гор. Мы были в шоке, потому что этот объект не маленького масштаба был. И как раз, друзья, когда этот объект поднялся как раз вверх и полетел в сторону, где мы находились на холме, мы ужаснулись, что этот необычный объект рядом с нами появляется.
Никто не мог поверить, никто даже и не хотел думать. Но есть то, что мне тяжело говорить о том. Есть множество разработок, которые скрывают от нас сами власти, и, скорее всего, эти технологии и существуют. Но цели их очень интересны. Я много раз могу говорить про одни и те же объекты, но они могут менять траекторию событий. Вот, например, один из этих объектов, который вы сейчас видите, это оружие. Пушка лазерная. Никто не знает. Но подписчик, как утверждает, это видео было заснято в горах Кавказа. Точно не может сказать эти координаты, но суть не в этом. Когда он решил выложить на какую-то платформу это видео, то к нему резко начали вопросы поступать с каких-то федеральных звонков. И он резко все удалил. И прошло несколько лет, и вот вы видите это видео. Но есть и другое о том, что вы даже не знаете, друзья. Космические корабли или что-то наподобие, все происходит досконально странно. НЛО или что-то наподобие, я никогда не мог представить, что это похоже на фейк или реальность. Конечно, наши подписчики удивлены о том, что мы видим. Кто-то видит какой-то объект круглого типа, кто-то дискообразного. Но на самом деле можно увидеть много чего интересного. А интересное — это самое главное то, что вы, друзья, никогда не поверите о том, что НЛО существует. Поэтому множество из вас, подписчиков, которые ценят, смотрят наши удивительные события, они не понимают, что вокруг нас просто как матрица или голограмма. Все думают, что это так и должно быть. Ветер дует, река течет, солнце светит. Нет, друзья, это мы так представляем. На самом деле, объекты НЛО готовят к самому интересному событию. И мне кажется, это скоро произойдет. Сейчас людей подготавливают каким-то там социальными или фильмы какие-то показывают. И они показывают неспроста. Как вы думаете, если НЛО начнут вторжение на нашу планету, что произойдет? Подумайте сами, потому что множество событий, которые мы сейчас видим, друзья, это тяжело даже представить. Ну а самые интересные моменты, они заключаются именно в наших головах. Так что ставьте лайк, друзья, подписывайтесь, комментируйте, наслаждайтесь моими интересными видеосюжетами. Ну а я, конечно, буду очень благодарен, если вы, друзья, оцените этот необычный сюжет.